бренд «Exit», который принадлежит «Черри» в рамках шанхайского автосалона, показал новые электромобили под суббрендом «Стера». «Стера» — это отдельная линейка премиальных автомобилей внутри «Exit», в которую, помимо седана ES, войдет и соплатформенный кроссовер «Стера ET». С моделью «Стера ES» компания «Exit» выходит в новый для себя сегмент электрических седанов. На глобальный рынок выйдет под названием «Xlantix». В основе нового седана лежит новая платформа компании, а в движение новинку приводит электрическая силовая установка, характеристики которой пока не обнародованы. Известно, что с места до 100 км в час электроседан сможет разгоняться примерно за 3 секунды. Для разных моделей и модификаций предусмотрены тяговые батареи емкостью 60, 82 или 100 кВт-часов. Паспортная дальность хода на одной зарядке – от 500 до свыше 700 км, а зарядка с 10 до 80% будет занимать 10 минут. Внешне он демонстрирует совершенно новый дизайн с очень узкими, адаптивными фарами, которые дополнены крупными матричными блоками, которые предназначены не для освещения вдаль, а для анимированных сообщений другим водителям или пешеходам. Седан имеет безрамочные двери, колеса диаметром 21 дюйм и автопилот с лидаром на крыше. Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,21. В салоне маленький приборный экран, большой монитор по центру и проекционный дисплей, и аудиосистема с 23 динамиками. Аналоговых кнопок почти нет. Стера ES – это довольно крупный седан. Длина – 4950 мм, ширина – 2000 мм, колесная база – 2900 мм. Электроседан появится уже в четвертом квартале текущего года. Стоимость нового электрокара не сообщили. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео, и поставить лайк. Нам очень важна ваша оценка. До скорой встречи!